Так, всем привет, с вами Пиперт. И мы сегодня делаем обзор на школу Амараши. Эту школу я описывал в одной из песен своего нового альбома «Горизонт пылесосных событий». Если коротко, в этой школе учат ссать в штаны, а не в унитаз. И поэтому в этой школе есть ряд строгих правил. Во-первых, нельзя никаких унитазов. Никаких параш, здесь суд себе все только в штанишки. Да, туалет здесь под строгим запретом. Давайте сделать для нее обзор. Итак, собственно, вот школа Амараши. Здесь у нас садики, ну, точнее, классы. Здесь ученики учатся писать себе в штанишки. Вот, они вот так вот здесь встают и писают себе в штаны, обоссываются и учатся терпеть, когда в штанишках мочу напустил. Да-да-да. Вот так вот здесь садятся, встают, писают и обучаются древнему искусству амараши. Да. Вот. Что у нас тут еще есть? Ну, собственно, здесь комнаты, здесь ученики учатся обоссываться. И, как вы знаете, правило здесь одно. Никаких унитазов. Параш. Здесь от параши людей отучивают. Вот, как мы видим, здесь зал, здесь учат, ну, тут проводятся публичные собрания, ученики становятся у всех на виду и публично обоссываются на оценку. Да, здесь сдают экзамен амараши. Вот здесь вот у нас выход. Вот тут вот такое вот декоративная шняга. Так, давайте пойдем на второй этаж. Так, вот второй этаж идем. Собственно, здесь ничего особенного. Здесь просто ученики, ну, как я уже сказал, учатся ссать себе в штаны, в трусики. И отучиваются от всякой параши. Вот даже девиз «Школа Амараши» какой? «Школа Амараши отучит вас от любой параши». Вот. Ну, а чтобы поподробнее об этом узнать, конечно же, слушайте мою новую песню из альбома «Горизонт пылесосных событий». Так она и называется. «Школа Амараши». Слушайте на разных площадках. В Телеграме, в SoundCloud и на YouTube. Все ссылочки в описании. Да. Или где там еще? Смотря где вы смотрите. Да. Вот. Собственно, тут такая комната, видите, тут даже написано-то все, здесь писька у людей мочой моросит, все писают, ссутся, даже такие вот, все, видите, тут обоссано, тут так вот еще такой запашочек стоит, такой, ну, писочек, вот. Собственно, ребят, поступайте в школу Амараши, это довольно-таки престижная школа в Пипертленде. Вот, да. Вот мы ходим здесь. Школа Амараши, что сказать. Здесь вот тоже люди учатся писаться. Тут тоже, тут везде, видите, моча, насата. Ну, как бы ничего особенного, да. Вот. Давайте еще сюда сходим. Ну, тут, в принципе, все как есть. Да. Школа Амараши. Здесь вас отучат от любой параши. Так, ну, собственно, вот тут, да, все сидят, тут вот ученики встают и писаются на оценку, а здесь все сидят, смотрят, там учителя оценивают, преподаватели на оценку, да. Вот такая вот школа Амараши, ребятки. Сейчас тут никого нет, просто сейчас выходной. Но вообще здесь всегда полно учеников. Крышу вам еще показать. Сейчас я залезу на нее и покажу. Там тоже все любят очень писаться. Там учат писаться с высоты. Встают и писают в пропасть. Сейчас я вам это покажу. Так, ребята,
Сейчас мы находимся на, скажем так, террасе школы Амараши. Здесь ученики тоже учатся писаться, встают, писают с высоты. Ну или вот тут вот. Вот эти вот так называемые сыкальни. Не путать их с унитазом. Там снизу проверяют, собственно, специалисты силу напора вашей струи. Вот. Это, скажем так, проверяют струйку вашу, силу, да. Вот. Ну, а так здесь все ссутся, писают. Это ведь школа Амараши, здесь этому и учат. Поэтому, да, вступайте в школу Амараши. Ну, а с вами был Пиперт. Делал на нее обзор. Всем пока. Да. Какая все-таки здесь красота. Где-то в Пипертленде, средь лесов, лугов и яблочных садов, есть школа, да непростая. Там не простой грамоте учат, а древнему искусству Амараши. Чтоб не нужны были тебе параши, там люди ссут не в унитаз. И не в тазик, и даже не в бутылку. Там ссут себе в штанишки и учат терпеть, если мокрые трусишки. Туалета здесь не имеется, где писать лишь тебе виднеется. А на уроках все водой упиваются, а потом на оценку все дружно обоссываются. Золотая жидкость льется здесь рекою. И здесь никто не парится над естественной нуждою. Нет, не стесняйся ты других. Смело выходи и в штанишки себе ссы. Радостные улыбки по толпе пойдут, и вместе с тобой все себе в штаны нассут. Ведь обоссанные трусики здесь не проблема, никого не мучает моральная дилемма. Им буквально нассать на то, прилично ли в трусах мочу пускать. Они от действа сего получают удовольствие, и не беспокоит их чье-то недовольствие. Мочевина — вот стихия Амараши, и где, как ни здесь, тебя отучат от параши. Больше не придется думать, где в туалет сходить. Расслабься, и о проблеме можно забыть. Моча растечется по твоим штанишкам и теплом ударит в твою шишку. Поэтому, друзья, приходите в школу Амараши, учитесь ссать в штаны, и можно забыть о всяческой параше. Пись-п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 ись